Дорогие наши учителя. Дорогие учителя. Дорогие любимые наши учителя. Я сейчас обращаюсь ко всем учителям. Всем учителям, которые в это непростое время совершают настоящий подвиг. Не бросают наших детишек, продолжают с ними заниматься. Мы знаем, как вам сейчас трудно. Наверное, труднее, чем многим. Я знаю, что вы находитесь на связи с родителями, учениками 24 часа в сутки. В этих нелегких условиях карантина и самоизоляции вы продолжаете учить наших детей. Мы, родители, должны всем, чем можем, помогать вам, потому что это, конечно, великий труд, который вы делаете. Аплодирую вам и восхищаюсь вашим мужеством. Огромное вам спасибо за ваш нелегкий труд. Хочу пожелать вам терпения, сил и здоровья. Дай Бог вам сил, здоровья, терпения. Сил вам, здоровья и выдержки. Я уверена, что скоро все наладится, и наши дети вернутся в нашу любимую школу. Уверяю вас, мы скоро победим этот дурацкий вирус, все закончится, и вы сможете встречаться с нашими малышами уже в классах. Кончится вся эта мутатень с этим коронавирусом, откроются школы, зазвенит звонок, дети будут заполнять класс свой, и вы также встанете перед ними и скажете: «Здравствуйте, мои дорогие ребята».